Давай попробуем турку одну поставить, чисто ради прикола. Проверим, так сказать. Будет она их колбасить, не будет. Так. Только дикие существа. Радиус высокий. А, колбасит, слушай, хорошо колбасит. Как сказать, колбасит-то хорошо, правда очень медленно. Надо больше турок. Получается. Как мы сейчас по голове не заантрисонили? Но это все-таки боги. У фотонок, походу, понерфили ихний ДПС. Да, сейчас броню закину. Не, убивают потихонечку, но реген там тоже бешеный. Это что не показывает? Да уж. Немножечко такого я не ожидал. Что придется делать. Я вообще-то ожидал, что всех просто тупо утоплю и будет все нормально, в порядке. Не выходит у меня так, как я ожидал. Абсолютно не выходит. Так, ну мне еще на несколько фотонок хватит, порядок. Вот с патронами придется повозиться. Конечно, потом, правда. К сожалению, их усыпить нельзя, и покормить их тоже не получается. А жаль.
что-нибудь дастся после него или нет, вот что интересно. Почти готов. Жесть, как медленно уходит. Чё? Ghost Saber спавнит. By killing. Prime Saber with 10% chance. Ага, значит есть 10% шанс, что мне выпадет какая-нибудь хрень интересная, да? Ну, как любопытно. Угу. А этот прикольно, кстати, уже. Ладно, фотонки справляются, но ужасающе. Надо тут больше фотонок. Халява с фотонками кончилась. Не смешно. А вдруг выпадет? Дуракам ведь везет. Эй, давай! Ну это я понял, типа еще одного босса. Кожа, кератин, хренанин. Да. Не застрял. Так. Шаня, алло. Ну, что с ним делать, я не знаю. Я хоть на тебя посмотрю, ты кто у нас там? Что за чудо? Кабан? Ладно. Так, я сейчас буду тогда штамповать пока. Всякую ерунду. Ну, душ нормально накопилось. Надо больше. Так, вот теперь вопрос. А если я босс попробую утопить, получится или нет? Есть ли вообще в этом, в принципе, смысл? Значит, 10% шанс, да? Прикольно, слушай. Прикольно. Это очень забавно. Ну, что я могу сказать? Будем экспериментировать. Попробуем этот 10% шанс попасть. Что это за хрень, мне стало интересно. Никогда такого я не помню, чтобы оно было. Помню, свою базу начинал отсюда, вот так помню. Выплываю. Здесь уже полная тег-база стоит. Я так, о-о-о. Веселуха. Хреново тонна плюс турелей.
Это же я, что ли, не могу пройти? Нет, могу. Почему? Ну ладно. Вот тварина, смотри, сгрызла мне вот эти вот стальные решетки. Верные шутки плохи. Да уж. Сказал я уж. Ну, понятно. В этом просто ничего нету. Интересно, щит она тоже будет коцать? Тековский. Вот скотина-то какая, а? Смотри, как мне хреново-то сгрызло. Что же у нее за удар-то такой? Удар, блин, Марии девственности не... Девственная Мария несмеянная, во, блин. Капец какой-то. Я знаю точно, что она тег может порушить. А, так ты за мной, сволочь, летаешь. Умею себя слушать друзей находить, однако. Да, их никак не посмотреть, они просто заглючили. Ладно, скоро исчезнут. Это не столь специфично. Так, ты там скоро сдохнешь, падла? Сколько у тебя там? Всякого разного. 1500, понятно. Ненадолго тебя хватит. А у этих ребят поскольку? 2,4. 2,4. Что вообще такое, красавица моя? Ой, сказал бы я тебе, куда пойти. Так, ну эти все внизу шатаются. Давай-ка еще попробуем парочку виверн призывать. Дохнут они, по идее, хорошо. Ага. Так, иммортал. Раз. Раз. Трис. Ну, пожалуй, съебусь-ка я. Мне это не шибко все не нравится. Здесь вот постоим. У меня есть предположение, то, что она меня видела и когда атаковала, вот поэтому и сгрызла решетки. Сейчас посмотрим. А я их призову, чтобы они там все тусовали. Ну да, она там вот сейчас. Дуплиться, это хорошо. Вообще никак не реагирует. Отлично. Дрен пил какой-то. Жестко, я тебе скажу, жестко. Не, ну нормально. И слушай, Змей Горыныч, да? Ой, зараза, реально Змей Горыныч. Главное к ним не подходить близко, иначе звездюлей получим. Так, ну понятно. 3, значит 4, 5 штук можно смело вызывать. И сваливать главное. И тут все поломают нафиг. Это все летает, никак угомониться не может. Она дохнуть начнет, ладно. Встаю, подожду. Так, Урса Маджарх из Бессумонинт. Так, кто-то там... Они выбрались.
Они выбрались. Я нифига не могу понять, кто там засумунился. Пока эти козлины не сдохнут. Вон, видишь? ДПС какой. 200 миллиардов, вы что, издеваетесь? По железу. Это ж... Это звездец. 200 миллиардов по железу? То есть, если я смогу к себе потом забулькить такую вот вивку, это что получается? Я смогу железо сжирать с плевка. Немного читерно, по-моему. На 200 миллионов. Лорд Ратаксис был повержен. Был повержен. Сейчас они, короче, уже дохнут какие-то здесь. Я, правда, упор не могу понять, кто дохнет. И не отойдешь на кухню даже. Интересно. Очень сильно. Это мне интересно, можно ли босса так утопить? Что сейчас было? Юнлок скорчит 1000 грамм. Чё? Не понял. А, вот зачем боссы, чтобы вознесение, видно, пройти. Чисто теоретически возможно. Мне сейчас было добавлено хреново тонна всего. Камня, обсидиана, я вот не понял от кого. О, еще что-то было добавлено. А, главное ему по жопе не попасть. А то сам по жопе получу. Совсем непонятны такие бонусные призы. А, одна вива готова уже, смотри. Наконец-таки хоть одна сдохла. Сволочь сумочки не оставила. Вы на подходе. Значит, они тонут. Я уже думал, что они, блин, не тонут. Это было бы немного обидно. Псец, смотри, какой ДПС. 6. Просто тупая жесть. И они меня до сих пор хотят. А я их нет. Не, ну нормально, как раз на такой высоте они мне ничего сделать не могут. Для меня это идеально подходит, но вообще-то они уже должны были дохнуть. Они же одинаково были призваны. Одна уже улететь успела. Что-то не совсем по ним. Так.
Хорошо. Угу. Хоть одна сволочь ничего-то оставила. Да. Ставили. Так много, что ж не знаю, куда положить, слушай. Не, есть что-то отлично. А, вот только я этого вряд ли увижу, да? Гениально. Как я себя обожаю. Хотя от них доспехов-то супермощных не будет по-любому. Ага. А если я туда уже отхожу, получается... Я по-другому. Любопытно, кстати. Народ начал заходить уже. Значит, думать надо об обороне. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, засумонилась какая-то Fallen Woodmother. Боишь дивизии? Издеваетесь надо мной? Он находит. Алин. Что-то этой блудмазер я вообще не ожидал ее увидеть. Это нехорошо. Если она меня кусать будет? Вивы жадные, после них редко чего остается. Хотя я не за лутом здесь стоял, собственно, делами занимался. Надо пособирать это будет обязательно. Радность, жадность. Так, и что мне делать с этой Будмазером? Еще один есть. Пяденька. Она меня не трогает. Значит, я ее трогать не буду. Проблема. Давай-ка немножечко поизгаляемся. Вызовем по два Мортала. А, их так по два не вызову. Всего их два могу вызвать. Ну ладно. Сейчас тогда, короче, наркоту возьму. Вообще-то забавно. Я и не знал то, что она может так Fallen Bloodmother какая-то вызвать вот такую вот хреновину. Мало наркоты пока что. Наркота уходит, конечно, на эту кровь. Это просто тихий шелест. По стольнику брошу, должно хватить.
Так, ладно. Тогда она пусть погибает пока. Блин, постараюсь как-то это проконтрить, подождать. Я что, правда, получится это все хорошо. Может, любопытно стало. Так, Этернал. Че у меня там? Отлично. Вообще отпад. На 28 боссов. Ох, твою дивизию. Прикольно. Так, стоп, вот эти вот красненькие торны отсюда кинуть. О, порядок. Ну, что могу сказать. Блудмазер там пусть помирает. Какие у меня там неизученные грамоты, я посмотрю. Так, ну это все саванное. Вот это вот меня все не изучено. Ну ладно, турки врубать не буду, мне просто интересно. Умрет ли она так или нет? Ну вот я вам показал, подожду. Так, с той мантикорой у меня ничего не выпало, ни одной инграммы, непонятно, что с ней случилось, то ли она умерла, то ли что, я пока там делами занимался, очень долго ее колбасило. В общем-то, вызываю сейчас обычную, посмотрим, инграмму смогу открыть или нет. Дим пока еще, Андрей точнее, моду скачивает. Так. О, заработал мод, молодцы, блин. Вот мне сейчас Птера только не хватает. Блин. Класс. О, время мне Птера начали давать. Тут, кстати, Андрюх, еще этот. Птер дается. В смысле Птер дается? Альфа-Птеродон дается. Сразу, что ли? Как только зашел, сразу Птера дает? Да, да, да. Под водой ли там, кстати, где? Под водой. Где в прошлый раз была база? Да? Да. Блин, надо еще одну вызывать, я в этой заразе застрял. Блин, убила меня гадость. Ну, чё говоришь? Под водой же беспонтово. А ты безопаснее место где найдешь? А чё, наверху нельзя? Да как сказать, если не считать того, что здесь стоит мод, что тык ружьё можно увеличить на плюс 750% урона, есть еще другое ружье, которое в 5 раз сильнее тык ружья, и еще третье, которое в 20 раз сильнее любую турель сносит с одного удара, то, пожалуй, да. А, то есть мод на увеличение этих, что ли, стоит? Нет. Здесь немножко есть другая компоновка модов. Ну, я потом тебе объясню, ты скачай сначала. Сейчас попробую мантикору убить. А чё ты набираться не хочешь жить? Слушай, я когда эту карту купил, я ее хотел поснимать, я зашел, она какая-то, не знаю, она как будто в подвале, блядь, оказался. К ней привыкать надо, она есть в подвале, потому что на ее сверху там невозможно жить. Там да же и... солнце. Да я понимаю. Ну, как-то меня это не очень приперло все. Но эта мантикора хотя бы не может разрушить железо, уже нравится. Там мантикора-то по железу 200 лямов как херачила, ее.
Так, ладно, сейчас она вызовется, я посмотрю, грамота у меня изучена или нет, я что-то вот вообще в эту ехать тему не могу. Я лучше подожду. Нет, инграммы у меня не были, кстати, изучены. Сейчас изучились. И Elemental Tech Rifle у меня уже есть. Отлично. Так, тебя я обработал. А, вот тебя уже смог. Отлично. Сейчас, короче, будут туда мантикоры, паучиху вызывать по очереди. Экспериментировать.